Дорогие друзья, всем привет, с вами Серджи. Суть в том, что мама школьника, как бы, она начала писать в скайпе. То есть сначала, как бы, школьник сам пишет мне в скайпе, типа, вот я видео выложил на ютубе, оказывается, у меня есть канал, Серджу там, зачем я это сделал. И как бы он пишет, что и мама его пишет об этом. То есть он от лица мамы мне уже претензию высказывает, типа, чтобы я удалил видео. И у нас такой был разговор, и мама хочет со мной поговорить. И как бы... Я тогда решил заснять это видео, как я разговариваю с мамой. Если там что-то будет, конечно, компрометирующее против нее или меня, я не буду это выкладывать. Но вообще разговор я сниму. Сейчас я буду звонить в удобный момент, да? А вообще хочу сказать, что заходите на сервер, попытай шанс получить админку. В предыдущем видео я говорил, как это сделать. Поэтому, дорогие друзья, сейчас в удобный момент будем звонить, разговаривать, узнаем, что от меня хотят, что от меня хочет мама и не врет ли он вообще. Ладно, дорогие друзья, ждем звонка. Что-то не берет. Ну, так всегда, да. То есть, как бы, типа сначала пишут, а потом не пишут. Как-то... Даже мне как-то грустно стало, то есть я еще ни разу такого как бы не проводил таких. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот это, зашла в интернет случайно и увидела канал Сиджой называется. Это ваш канал? Ну да, это мой канал. Только не Сиджой, Серджи. Серджи. Вот я увидела, что я себя там увидела. А почему вы снимали? Не надо. Что не надо? Да не надо! На каком основании вы меня туда впихнули? Что это такое? Нет, а где конкретно я вас вот... Где? Вот там есть такое видео, где мой сын запихивает телефон в микроволновку. А, ну это самое последнее сейчас видео. Ну не надо, это что такое? Почему вы туда... Ну это не важно! Ну я не хотел! Как-то не хотел! Ну да! Что ты натворил теперь, а? Ничего! Как-то ничего! Ничего! Зачем я спрашиваю? Зачем? Бессовестный! Записали. Нет, ну смотри, нет, ну смотрите, вас же там лично нету. Ну что, я не хочу тебя там видеть, так. Ты чё? Нет, ко мне рот. Нет, что это такое? Удалите меня туда сейчас же. Мне это не нравится. Нет, ну подождите, ну там же нет никаких фактов, компрометирующих вас или... Взяли и убрали, и удалили. Да что, мама? Да ничего. Кто напихнул меня туда? Я не поняла вообще. Не удаляйте сейчас же меня. Нет, я видела это. Нет. Что это такое? Ну, да игры такие. Кто? Меня это не устраивает. А меня это устраивает. А меня нет. А меня вообще, да. Нет. Закрой твой. Попробуй. Нет, ну вы понимаете, я вас слышу, понимаете, но я не могу взять и удалить видео, потому что его уже посмотрели люди и нельзя. Не удаляй, не слушай ее. Да мне все равно, кто там посмотрел, сейчас же удалите мне это видео. Нет, но, не но, нужно, удаляй, чтобы нет. Я там славилась по всему нет. Интернету. Нет, что ты... нет? Да я сказала нет. Я сказала, удалите видео. Нет, ну вы приведите аргументы. Как вы можете доказать вообще, что вы на видео есть? То потому есть... что я слышала себя там. Ну, ты ничего не слышала, свой это голос. Человек. Ты взял, заснял. Это другой человек. Туда, в интернет как-то всунул. Это другой человек. Зачем? Я этого не это хочу. Это другой нет, человек. Понимаете? Это я обманываю. Удаляйте и... сейчас же это видео. Нет, понимаете, изначально я снимал вашего сына, который ведет себя неподобающе и портит жизнь другим игрокам. Ну, потому правильно. Что... А я-то не знала, что он сюда как-то записывает. Вот ты... Да, мам, не твою дело. Что? Вот ты вот так и получилось, что я не знала. Да не знать твое не надо. Короче, тебе. Удаляйте это no, видео. No, no. Что? Нет, да нет. Молчи. Я грызусь с мамой. Не буду. Мне это не нравится, когда вот я там... Нет, а мне понимаете, я понимаю, если бы была какая-нибудь веб-камера и ваше лицо было засвечено, я... не хочу, чтобы я, мой голос да... был там. А я хочу. Так, замолчи. No. Нет, я с тобой голос, разговариваю. Голос ни о чем не говорит. Таких голосов похожих, их миллион. Я вообще. Не хочу, а чтобы я хочу. Голос мой там не был. Слушай ее. Он записал, я даже не знала, что я... Я, поверьте, я тоже не знал, что вы придете и будете кричать на своего сына. Вот я и говорю, удаляйте это я... видео. Нет, понимаете, нет. Понимаете, так как ваш сын неправильно вел и отравлял жизнь правильно, своим игрокам... Правильно, я только сейчас вот тут сегодня только узнала. Я говорю, ты почему меня туда... записал. Какая а нет, разница нет. большая. Нет, это ну смотрите, лучше, смотрите, эти видео, их много очень, видеороликов на ютубе, вот этих антигрифер шоу. Ну, я наткнулась на это
видела и услышала свой голос. Нет, ну я не хочу этого. Нет, ну смотрите, в чем суть. Наши видеоролики направлены на то, чтобы отучить детей как раз-таки от такого поведения злого. Я не хочу такого учения, не хочу, чтобы мой там был голос. Да мне по барабану. Удаляйте это видео сейчас. Нет, ну надо. Я заблокирую вас. Как вы меня заблокируете? Ну вы не... Понимаете, лучше бы вы сказали по-другому. Вы лучше бы сказали, чтобы ваш сын, он действительно понял свою ошибку и больше так вести себя я не будет. Я поговорю с сыном, но я вас прошу, удалите это видео. Понимаете, я не могу удалить видео. Но почему? Уже... Не, смотрите, просто о вашем вообще существовании никто не знает, судя из голоса. И голос записывать не запрещено. Понимаете? Вас вообще не видно, вас не знают, чей это голос, ничего вообще не понятно об этом. Страйк! Что это такое? Какой страйк? Ну, не знаю, страйк какой-то там. Я не знаю, о ком страйке вы говорите, но я считаю, что суть в том, что ваш сын неправильно себя ведет, и... И вы тоже возьмите это видео, удалите! Нау! Да молчи, я не с тобой разговариваю. Мама, я сейчас либо отключусь, либо ты уйдешь. Либо я вообще сейчас удалю этот сервер, и там что-то не будешь там лазить у меня. Попробуй. Я насчет... Я за то, чтобы вы лучше... Вообще, ну ты деловой, большой, почему ты меня туда впихнул? Да потому что... Записал. А вдруг я захотел? Ага, захотел. Я сейчас просто... Удаляйте это видео. Я сейчас просто вообще все поменяю. Пароль и логин. А я сейчас вообще поудаляю тебе там все. Попробую. Сейчас понажимаю куда-нибудь. Удалю. Ага. Нет. Я бы удалил видео, если бы все-таки было веб-камера, и ваше лицо, и ваш сын, я бы удалил. Если бы такие были претензии. Но так как там просто голос, я могу его не удалять. Это ничего не нарушает абсолютно. Голос можно подделать. Все, я с вами больше разговаривать не хочу. Вы бессовестный человек. Да, вы сами так разговариваете, и сына своего этому научили. Ага, понимаете? Умные я вижу. Да, все, до свидания. Больше вообще с вами разговаривать не хочу. Нет, суть в том, что я вообще никого не оскорблял, и я считаю, наоборот, что нужно, как бы, чтобы сын, наоборот, рос нормальным человеком, не кричал в игре, не ругался матом, и уж тем более там не орал на свою маму из-за того, что там у него в игре что-то дом был сломан. Я считаю, что мама должна отучать его, а в итоге мама сама так себя ведет. То, что там ее звук есть, ее голос, это ни о чем не говорит. Нет никаких фактов, компрометирующих ее. Нет ничего такого, что может унижать ее достоинство личности или прочее. Я считаю, что я правильно поступил. И не буду удалять видео. Пускай знают люди о том, что есть такие школьники, такие дети. Я лично все сказал, дорогие друзья. Всем спасибо, всем пока. Я видеоролик это выложу. Было приятно с вами услышаться, увидеться. Ладно, ребята, всем пока. Ну и хотите, заходите на серапию в описании ролика. Админку можете получить. Что-то настроение даже пропало. Ладно, ребят, всем пока.